Жень, что тебя ждет сейчас? Ждет ад. Почему? Потому что я не готов. Почему? Поворотом событий. Серег, он боится? Он боится, да. Я не боюсь. А что заделать? Сэм, что сейчас будет? Отжимание. Супер. Анжумания? Джуманджи. Джумания. Вот он, мой протеже. У меня больше. У меня закорючка стоит. Она еще не мешает. Она срослась уже с тобой вместе. Жень, ну ты ж всех порвешь. Ну, постараюсь. У тебя явно IQ не как же у Данила. Так же нормально ты. Смотри, сиськи такие. С этим, да, он всю жизнь отжимается. Вот Сёма видно, понимаешь, он мученый какой-то, он боится. Правильно, правильно, давай, 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 вот он. Вот, берите пример. Берите все пример. Значит, дадим 3000 рублей тому, кто больше всех отожмется. Я считаю, а вы отжимаетесь. Если меньше всех. Если меньше всех, просто поучаствовал. Конечно. Просто под ваш счет, правильно? Под мой счет, да. 3000 рублей уже сняты. 3000 рублей уже сняты. Это же так чисто проверить физподготовку. Ребят, нам приятно то, что вы занимаетесь. Сейчас покажу, как будем отжиматься. Отжимаемся до касания грудью, полную амплитуду. Раз, два, отжимаем. Ширина рук без разницы? Ширина рук без разницы. Абсолютно без разницы. Раз, отжался, или раз. Ну, чем два, шире поставишь, забьется грудь быстрее. Что-то грудь работает, да, что-то. Зато титьки выросли, да? Какой счет отжимаешь? Ну что, принимаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20, первая двадцатка есть, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 есть уже, 41, 42, давай, давай, 43, 44, 45, трое осталось, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, двое осталось, кто же чемпион, 61, 62, 63, 64, ну-ну-ну-ну, 65, 66, 67, ну-ну! Давай, давай, давай! 68! Жесть! Так! 69! Любимый сон многих женщин! 70! Давай, давай, 70 сделай! Давай, 70! Все, красавец! Он самый замотивированный, он просто при дочке не мог опозориться. Вручаю. Купишь? Да. Что-нибудь вкусное? Лучше немного вкусного. Было круто.
Ну вот, Серег, видишь? Давай, молодец. Жестко. Да, конечно, вы можете к нам в клуб прийти. На тренировки приходите. Подготовку. Клуб находится на Деметьево 26, а? Викинг. А еще у нас там занимаются триатлоном, бегают марафоны. Вот оно, ночную Казань бегал в вашем парке. Вы же хозяева. Вот. Знаем. В вашем парке стартует. Ваш. Ладно, всем спасибо. Спасибо большое. Трешка так близко была. Да, я согласен. А ты? Я сразу сказал, что я не смогу. Не думал, что дойдет до 70. А ты думал, что не дойдешь до 20 даже? Вообще не думал. Ну, было очень тяжело. Все равно я как бы не делал давно отжиманий. Это было очень плотно.